2019 году получить сертификат плотной годности. В Петербурге появится аналог Сколково. Построят научные центры, учебные здания и жилье общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали на форуме «Открытые инновации». Шла речь о том, каким образом Россия будет встроена в глобальный рынок цифровых технологий. Когда же роботы возьмут на себя всю скучную работу, выяснял наш корреспондент Арсений Молчанов. Как добывать горную руду в Кузбассе, находясь в Москве с джойстиком в руках? Искусственный интеллект – новый товар в постинформационной экономике. Все карьерные самосвалы движутся автоматически по программе, задаваемой компьютером. В зоне ведения горных работ человеческий персонал отсутствует полностью. Новые разработки нам показывают в Сколково. Здесь второй день форума «Открытые инновации». Вопрос ребром. Что будет, если искусственный интеллект станет умнее человека, а если и вовсе ополчится против него? Стоит ли тебя бояться? Ты опасна для людей? Я думаю, люди сами опасны для людей. Все созданы, чтобы любить друг друга. Каждый может вложить в ее мозг нужную информацию. Здесь блокчейн пересекается с искусственным интеллектом. София будет становиться умнее, хотя она этого пока что не понимает. София – самый совершенный в мире человекоподобный робот. Кожа у нее почти человеческая, голос заставляет прислушаться. С каждым годом мы все ближе и ближе приближаемся к технологической сингулярности, к миру суперинтеллектуальных роботов и нанотехнологий. Массовое производство, говорит разработчик, начнется после 2020 года. В концепцию обещают заложить доброе отношение к человечеству и, главное, научить состраданию и чувствам. Но пока что самое уязвимое место – защита данных. Разработчики новых технологий зачастую пытаются выпустить технологию побыстрее, не задумываясь о том, как она будет защищаться. А уже потом пытаться какие-то вешать на нее средства защиты. Все эти процессы тесно связаны с обработкой и анализом гигантских массивов информации. Их называют нефтью 21 века. Большие данные, собранные с веб-камер, позволяют создавать карты, где показано скопление грустных и веселых людей. Но границы частной жизни размываются. В одной Москве только несколько сот тысяч камер наружного наблюдения. Эксперты подсчитали, если 40% мировых компаний не проведут цифровые реформы, их ждет потеря рынка. В российском правительстве сейчас думают, как внедрять технологию передачи данных блокчейн. Мы сегодня активно обсуждаем, как можно применять эти технологии в транспорте, в логистике, в государственном управлении, в финансах. Сегодня об этом говорил Герман Греф на пленарном заседании. И эти процессы уже начинаются, уже строятся системы управления рисками, системы анализа информации на основе блокчейна. Электронизация и роботизация уже создали почву для перехода на электронную экономику. И производство уже не будет создавать новых рабочих мест. Если раньше люди работали как роботы, то в будущем роботы будут работать как люди. Арсений Молчанов, Юлия Макарова, Маргарита Бобровская, Вести, Сколково. Навести порядок в лесном хозяйстве Омской области потребовал недавно назначить.